В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» одинцовские единороссы приняли участие в акции, приуроченной ко Дню без автомобиля в Московской области. Чтобы проверить благоустройство территории школы номер 1 и близлежащих дворов, активисты объехали территорию 8-го микрорайона Одинцова на самокатах. Как сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, в школе была заменена плитка у входной группы. Работы выполнены качественно и в срок. А пространство вокруг школы и территории соседних дворов находится в удовлетворительном состоянии. Также партийцы проверили ход работ в парке «Союзный» на месте бывшего оврага от Верхнепролетарской до Сосновой улицы. Первый этап благоустройства здесь должен завершиться до 4 ноября.